Твистер наш, понимаете? Он в прошлый раз именно под этим предлогом не поставил нам шестерку на паркете. Вот, мне кажется, в третий раз мы будем притащить сальцата. Я точно. У меня дома много. У меня мама с Украины. А ты думаешь, что ты говоришь? Нормально. По-моему, у кого-то сейчас вторая рука сломается. Мы сломается на какой-нибудь очередной поддержке, скорее всего. Может, кому-то надо в зал сходить, покачаться? Да. Ладно, хорошо, но все-таки, если серьезно вот анализировать оценки судейства нашего, почему 5-9? Были ли какие-то шероховатости, или вы ничего не заметили? У меня была шероховатость однозначно. Да не было у тебя никаких шероховатостей. У меня не было никаких шероховатостей. Я идеальный. Ты сделал вообще просто не придраться. А судьи поставили 5-9, потому что еще 2 месяца впереди. И если они бы и Леша сегодня поставили 6-0, то он бы зазнался и уже больше бы, наверное, не работал. Так и было все. Поэтому все правильно. А нам еще много изучать. Ну, а вот сейчас где больше интереснее работать? На, все-таки на полу или на льду? Ну, и там, и там. Мне сложнее на льду, но интересно, правда, и там, потому что мы делаем такие номера, которые как бы... На лед бы я вообще бы никогда в жизни не вышел, если бы это не этот проект, понимаете, у меня был, I love football, понимаете? Вот. У меня как бы нет другого спорта в моей жизни, не было. Я когда видел фигурное катание, ну так, там девчонки, юбки короткие, можно труселя торчат посмотреть, ну так, чисто ради забавы, понимаете? А тут как бы, когда ты понимаешь, насколько это реально сложно, что это даже не футбол, где можно хотя бы, ну, 30 секунд отстояться на месте. Здесь ты должен все время находиться в дикой динамике. Вот. Мне этот спорт нет, потихоньку затягивает. Сказал, что ты мне сказал. А я уже рассказывал, да? Про то, что фигурное катание это нифига не шахматы. Я рассказал того уже. Да, и не оригами. Кружок по сбору оригами. Что здесь ты должен реально. Ну, нельзя расслабиться ни на один маленький вот миг, потому что в тот миг, когда ты подумаешь, так, вот сейчас вот не сложно, а вот там вот дальше я сейчас закруглюсь. Именно вот в этот момент ты как бум, и все. Хорошо, ладно, мы желаем вам удачи, давайте дальше без травм. Спасибо. У тебя больше нет? Да, нет. Тебе попить привезти? Нет. У меня курица еще есть. Видите, какой у меня хороший партнер. Видите, он меня и кормит, и на руках носит. Вообще. Царь. Мы даже в одной цветовой гамме. Что?